Стример спит, матч идет. Что ж, как мы видели, только что команда Кнатиков, если не ошибаюсь, забрали на живой раунд. Поэтому играет за сторону защиты. Команда Шиквальди вынуждена играть за атаку. Пока что у них это получается довольно-таки отлично. Убирает двоих игроков, играющих на пунте. 5 против троих, и у них очень большие шансы на победу в этом раунде. У Дейли 15 хп, хаешка залетает по Тремике у и по Тити Джейву. Джим отстреливает Винди, у которого было 15 хп. Тут же идет размен от скилла. Скилл играет за Б-трипом, убивает двоих игроков, и про последнего есть информация. Заходит Ти Джей Ой с мейна и добивает последнего игрока команды защиты. Так, я посмотрю на всякий случай, работает ли у меня все нормально на стриме. Потому что с этой клавиатурой забинченные кнопки просто были посланы далеко и надолго. Ну и как мы видим, у атаки благодаря выигранной пистолетке есть деньги на покупку галилов. Даже одного калаша и двух калашей. И одного МП-7. Команда защиты у нас находится в большинстве своем под апплентом. Очень агрессивно играет в нины раз. Может за это поплатить своей жизнью. Чекает мейн. Там против него играет Дели с МП-7. А нет, Дели у нас находится в трубах. Чё-то я не туда посмотрел. В нины раз никого не находит пока что в мейне. Вся команда сосредоточена у нас под мидлом, где и находится бомба. Дели тем временем открыл дверь, находит игрока за трактором. Рейджем вместе со своим тиммейтом Фнинрасом смотрели мейн. Рейджем вовремя развернулся, повесил хедшот по Дели, подобрал его МП-7. Также Фнинрас делает минус со шкафчиков по Тремику, который очень нагло выбегал на него. Остается у Фнинраса при этом 36 хп. Нужно отдать калаш кому-нибудь более стойкому, более жизнеспособному. Винди превосходно выходит в бэплент, убирает двоих игроков, и ситуация становится нестабильная. Для команд защиты это, конечно же, ужасно, ужасно. Потеряли очень много игроков при заходе атаки. В один раз последняя надежда. Играет он с подобранным АК-47. Убивает одного оппонента. Второго пытается найти в пунте, но Тейджой Тити... Тити Джаю играет не совсем там, где на это ждает Фнина Раз. Превосходный минус железки. И счет 2-0. Правда, был у команды Кнатик экономический раунд. И они убили четверых атакующих. Это очень и очень много. Нанесли сильный дэмэдж по экономике соперника. В принципе, у них на данный момент есть деньги на закуп. Но теперь он будет не такой богатый, как в предыдущем раунде. Теперь у них будет даже 2 маг 10-х. На МП-7 денег банально не хватает. У защиты же последний экономический. Как мы видим, пока что атака заняла у нас мидл. Отстреливает Тремик флеша. Ти-Джей выходит у нас под Б-плент. К сожалению, Джим не попадает в него, хотя убивал в спину. Дейли также принимает выходящего на него Вика. Тремик заходит и убивает оставшегося игрока защиты Фнинраса с бульдозера. Счет становится 0-3. Ну и пока что после выигранной пистолетки команда Quality демонстрирует, ну, такую игру, чтобы выиграть. Вот, я не знаю, как правильно сказать, потому что второй раунд для них был очень критичный. Когда они отдали целых четверых игроков, с учетом того, что у команды Кнатиков все-таки были пистолеты всего лишь, и не представляли они особой угрозы. Теперь Рейджем на дамаже очень много игроков команды атаки, двоих оставил красными, но отдали двоих игроков, тут же их разменял Джим, сделал 3 минуса, Свинтов оставил команду атаки вдвоем. Все по-прежнему они находятся на медле, пропуша у нас тут винты, Ти-Джай, и теперь 1-2 Тремика находят за... возле красного в гаражах. Ну и Тремик. Тремик будет двигаться в сторону ангаров.
Будет выходить под А, там его в свою очередь будет принимать в Нин раз. Джим у нас сыграет в девятке. Но Тремик потихонечку приближается к Апуинту. Замечает его. А в Нин раз дает информацию своему тиммейту, но... Но тиммейт не успевает добежать. В Нин раз уже делает хедшот по Тремику, который выходил боком, боком к своему оппоненту. Сейчас становится 1-3. Кнатик смогли переломить своих соперников. И вынуждает их делать форс бай. Для Винди не хватает денег, поэтому играет он с теком. В принципе, как и Флэш. Играет он на 5-7. Хаешка, ужасная хаешка от команды Кнатик. Ну а Вика, посмотрите, что он делает. По-моему, это стендин у команды Кнатик. Вчера его не было. Но он уже оправдал себя, уже сделал первый open фраг. Продолжается игра. Находится в данный момент бомба у нас под подсадкой. И не решили, куда будут идти. Раскидали мидл, но в него так и не вышли. Фаер бросается, не дает возможности команде Quality подсесть и выйти на оппонента. Поэтому они принимают решение выходить в мейн, где, в принципе, уже и движется бомба. На мейне, на А-пунте их будет в идеале принимать... Двое игроков, это Фнин Раз и это Рейдж М, который почему-то решил играть теперь с коннектора. С коннектора выходит на Рейдж Эма, убивая Фнин Раза, убивает его. Тут же еще есть флеш, я этого не заметил. Он играл в под бустом, то есть он бустил своего тиммейта Фнин Раза. Ну и последний Дейли, который у нас бежал по шарту. Ну тут его без шансов приняли с... коннектора. Я не жую, у меня просто зубы хрустят. Счет 2-3. Кнатики забирают второй раунд к ряду после проигранной пистолетки. И вынуждают своих оппонентов делать экономически. Играют они теперь на пистолетах. Ничего интересного. Два дигла, один П250 и одна ЦЗшка. Ни у кого нету долберецов. Бросается фаер под флеша. Но пули долетают раньше, чем его убивает огонь. С буста спрыгивает на мидл один игрок команды атаки. Нам его показывает. Это Киджой. Остается у него 31 хп после, наверное, невероятного прыжка и после полученного свинца в его тело. Играет он очень аккуратно. Ждет момента. Выходит на шорт, но Райджем оказался немножко хитрее. Убивает он двоих игроков команды защиты, и теперь их осталось вовсе двое. Двое против пяти уже проблема. Тем более делается посадочка для игрока Винди. Будет он играть с буста, Рейджем превосходно его отстреливает. И Skill You, последний оставшийся в живых от команды атаки, вылетает в дыма. Настреливает Рейджема, оставляет ему уж 31 хп, но легко его принимает оставшаяся команда. Рейджем не отдался смертью храбрых, убежал как можно дальше. И эта трусость спасла ему жизнь и дала возможность тиммейтам закончить этот раунд с победным окончанием и выжившими пятью игроками команды защиты. Наконец-таки появились вновь деньги у команды Quality. Раскидут они, судя по всему, Апленд. Пойдут ли они на него или это какой-то очередной невероятный пейк, пока что мне неизвестно. Но четверо игроков готовят уже свои смоки, бросают их, они попадают в цель. Ой-ой-ой, какой фонтан из смоков залетает. Ничего не видит команда Кнатиков. Нужно сейчас играть очень аккуратно. За батрипом находится Фнин Раз. Также на кэтволке находился Рейджем. Фнин Раз полностью флешон и не попадает в своего игрока. Пули пролетали так рядом. Превосходная раскидка от Quality. Оставляет команду защиты в представительстве двух игроков. Ну! Ну, Тижей! Дострелил. Дострелил он своего оппонента Вику. И последний Джим, который находится очень далеко против пяти игроков, явно не сыграет. Поэтому Джим пойдет, ну, должен пойти на сейв, но... Да, идет на сейв, выходил из гаражей, теперь прячется у нас в винтах, ловит оппонента и уже знает про его местонахождение. Идет охота за Джимом, смог ли найти его команда атаки или нет, это тоже под вопросом. Но скорее всего нет, времени осталось очень мало, Джим надежно спрятался
его не успеют найти. Счет 4-3, превосходная раскидка, превосходный выход от команды Quality приносит им победу в данном раунде. И у нас на карте 8-й раунд. Кому же достанется очко? Будет ли счет 5-3 или же будет счет 4-4? Пока что кнатики могут себе позволить купить сильные, серьезные девайсы, но в следующем раунде такой возможности может и не быть. TGI. Короче, TT. Просто TT будет. TT настреливает смог, оставляет Вики 67 хп. Она уходит. Нет, Вика, кстати, была, я помню эту аватарку. Оставшаяся команда вместе с бомбой находится под бустом. Бомба у нас лежит в гаражах. Пока что ее никто не берет, никто не решает, куда ее отнести. Команда кнатиков довольно-таки уверенно пытается застрелить своих оппонентов. Не на раз почему-то смотрит у нас через боксы, но это уже что-то перебор. Парень, не надо так делать. Прыгает у нас флэш. Убивает флэша превосходным хедшотом. Также Дейли выходит у нас через двери, сносит Фнинраса, сносит его Фнинрас, тут же Фнинраса разменивает. Ну и команда атаки осталась четвером против двоих игроков. Но, стоит заметить, что у первых троих нету жизни и вовсе. Им буквально одна хаешка залетит и будет трипл килл. Трипл килл. С Б3 поиграет с QU. Не замечает он оппонента. Отнимает у него очень много хп. Ну, добивает TGI. Последнего. Добивает Вику. Счет становится 5-3. И у команды защиты нету денег на покупку оружия. Будет играть с пистолетами. 3-5-7. 1 USP и 1 CZ-шка. Ну, атаки все те же АК-47. Решили укрепить Б-плент. Трое игроков играют там, двое же решили пропушить двери. Это окончилось для них не очень хорошо. Дейли убивает Фнинраса, также идет пуш коридоров. TGI принимает Джима, также принимает Рейджема. Флэш единственный из команд защиты, кто подбирает девайс. Убивает он при этом Дейли. Остается у него 100 хп по-прежнему. Скилл Ю заходит тем временем в спину флэшу. Он этого не ожидает. Смотрит совсем не туда. Изи фраг для скилла. Счет 3-6. И пока что кнатики не собрались. Не собрались. Не показывают нам интересной игры. Не показывают нам серьезного дефенса. Хотя, возможно, они имеют какие-то фишки в атаке. Посмотрим на то, что будет происходить в будущем. Но пока что у нас все по-прежнему так же. Команда атаки выдвигается в сторону А-пуэнта и готовит свою коронную раскидку на 4 гранаты. Ждут времени, наверное, 20 секунд. Нет, 25 секунд ждали. Теперь выходят они под флешки в двери. Тут играет Фнинрас на бусте. Делает 2 минуса. На третьего хватит ли патронов? Да, почти хватило патронов. У скилла остается 4 хп. Добивает он Фнинраса. Фнинрас почему-то решил развернуться и бежать на сейв. Не стоило этого делать. Если бы знал, сколько хп осталось у его противника, скорее всего бы остался на месте и добил бы третьего игрока. Джим у нас в винтах находится. К нему еще никто не собрался идти. Начать Джиму очень скучно, поэтому он чекает коридоры. Там тоже никого не находит. В бусте скилл-ю убивает тем временем Вику, разворачивается, не хочет идти он дальше. Наверное, понимает, что, возможно, еще один игрок играет с Ми-2. Ну и команда Quality пошумела немножко на медле и пошла обратно в плент. Будет выходить с мейна, тут их принимает флэш первого игрока. С бульдозера он их принимал, кстати. С плента. В бульдозере играл Рейджем, ничего он не смог сделать. Флэш вместе с подошедшим Джимом добили остатки команды Quality. Счет становится 4-6. И команда Quality забирает важные для Кнатик забирает важные для них раунды. Квартип покупает
Первое АВП пока что на этой карте. Будем смотреть, как они его смогут реализовать. Пока что пытается стрельнуть с машины. Очень интересная подсадка, очень высокая. Просматривается абсолютно весь мидл. Не видно, наверное, только белых боксов оттуда. Надо было вам, наверное, показать. Но подходит под буст его. Подгоняют скилла. И он уже никого не застал там. Дейли потихонечку у нас движется в ангарах. Будет выходить у нас он под мейн. Там его будут принимать трое игроков, которые уже наставили на него дуа. Но Дейли почему-то не показывает себя, не выкрывает. Немножечко походил, посмотрел на обстановочку. Никого не заметил, развернулся, пошел обратно. Бомба у нас движется на шифтах в сторону Б-плента по коридорам. Там их будет принимать в очень неожиданной позиции Джим. Джим ждет. Скилл выходит на него с АВП, меняет девайс. Не успевает доставать АВП, с винтов выпрыгивает вся оставшаяся команда. Забирает двоих игроков, играющих с Б-плента. Теперь трое находятся в железке. Идет превосходный размен. Атака уже в меньшинстве. Не на раз выпрыгивает у нас с винтов. И Рейджем заканчивает это противостояние последним выстрелом по ТТ. Счет становится 5-6. Простите меня, пожалуйста. Счет становится 5-6. Конечно же, успеет раздифузить бомбу. Тем более, были диффуз кита. Подбирает АВП, которая была забрана у скилла. И отдают его в умелые руки Рейджема, судя по всему. Вроде он как у них штатный вапер, хотя я точно не уверен. Да, все правильно, Рейджем у них штатный вапер. И как мы видим, у Quality уже нету денег на закуп для всей команды. Играет теперь на двух калашах и на трех пистолетах. В Нинраз смотрит в дымы, пытается найти кого-нибудь, увидеть в эту маленькую щелку пробегающие ноги. Но, к сожалению, он их не увидит, потому что вся вражеская команда находится под Б-плентом. Первый минус у нас от Вики. Вика возвращается в винты, продолжает смотреть. Джима убивает в спину. Еще один минус от Дейли, превосходный. Тайминги. Рейджема закидывают флешками и могут убить и забрать его ВП. Но Рейджем, к Рейджему никто не пошел. Скилл у нас сидит в крысе. Ждет оппонентов. Флеш прочекал девятку. Заметил там Дейли, который в него пытался пострелять. Рейджем играет железки. Знает он информацию про Дейли, но нет информации про скилла, который смотрит винты. И винты сейчас может полезть только в Нинраз. Но в Нинраз почему-то этого не делает. Возвращается он потихоньку на А. В надежде на то, что возможно это фейк. Рейджем, превосходная позиция. Заметил оппонента буквально в пиксель. Отстреливает он скилла. Бомба, конечно же, будет поставлена. Бомба прям к Дейли прилетела в руки. Но Рейджем превосходно отыграл свою позицию. Еще один минус. Счет 6-6. И это пока что временная ничья в нашем противостоянии. Не зря пожертвовали Рейджему АВП. Кстати, Азимов после полевых, если я не ошибаюсь. И команда Кнатики обзаводится вторым АВП. В этот раз оно уже будет принадлежать HP Вике. HP Вика. Вике. Как-то так. Я уверен, что это пацан, но ник у него очень компрометирующий. Команда атаки у нас закупилась наконец-таки. Есть одно АВП, но АВП не реализуется в полной мере, потому что команда выбирает быстрый раунд. Очень много флешек, очень много дымов, файеров. Все горит, все дымится, никто ничего не видит. А, заходит в спину, убивает. Скилл убивает флеша с АВП. И ситуация 3 в 2. Атака не в лучшем положении. Ай-яй-яй-яй, ну за Б-трипом отстрели ты. Рейджем пытается найти оппонента, который играет в пленте за бомбой. И последний игрок за Б-трипом. Что же делал этот скилл? Я не могу понять, неужели... Он промахнулся с АВП по стоящему игроку. Ну, и такое бывает. Редко, но бывает. Бывает. Опять будет жертвенное приношение Рейджему. Отдают ему АВП. Постарается он его реализовать немножко более грамотнее, чем это он сделал в предыдущем раунде. Но пока что Кнатики лидируют в данном противостоянии.
Все, в этот раз команда атаки уже не так сильно рвется в бой. Нету быстрого раунда. Прощупывает карту. В данный момент находится в большинстве своем на медле. Закидали все проходы, которые только можно было закидать. Первый минус от Дели Шарта убивает Флэша. Тут же играет Фнинрас. У Фнинраса эмочка. А ВП будет хелповать с машины, наверное, в ближайшее время. Да, это будет Рейджем. Но на Рейджема никто не выходит. Квальти времени прыгает Винтрумы. Джим его превосходно отстреливает с уже. Рейджем находится рядом с коннектором, увидит ноги противника Тити и оставляет команду атаки вдвоем против четверых. Бомба у нас находится на шорте, Фнинрас ее контрит. Также еще один игрок у нас. Нет, бомба находилась в мэйне. Дели находился на шорте. Фнинрас отстреливает тем не менее двоих. Счет становится 8-6. И у нас последний раунд первой половины. Какой же будет счет? 8-7 или 9-6? Большой вопрос. В принципе, обе команды обладают финансами на полноценный закуп. Даже кнатики обжирелись. У них 2 АВП. Тити ждет пуша коридоров. По скиллу прилетает хаешка, отнимает ему 53 хп. Но это не мешает ему отстрелить Рейджема. Начиная защита не в лучшем положении. Лишились одного игрока. Также скилл еще убивает Флэша. Что говорит этот парень? Дели пропушил мейн. Забирает последнего игравшего с плента Фнинраса. Попадает в ноги. Вика попадает в ноги игроку команды атаки. Он не прощает такого Винди. Красавчик Натик Джим. Последний остался в живых. Выходит он по медлу. Отстреливает двоих игроков команды атаки. Но не хватает ему... скилла на скилла. И скилл делает квадрокилл в этом раунде. Счет становится 8-7. И довольно хрупкий счет для обеих команд. Сыграли они очень равно. И будем смотреть, как же теперь они сыграют за другие стороны на данной карте. Сейчас 5 секундочек. А то я сильно громко кричу, а уровни у меня на сотке. Зачем так делать, я до сих пор не могу понять. Что ж, возвращаемся в данный матч. Ой, тут у нас уже произошел какой-то замес. Дели отстрелил двоих игроков, выходящих на него в винтрумы. Скилл также еще раз справился с флешем. Ситуация 3 в 2. Пока что защита в большинстве. Двое игроков находились в коридорах, но уже начинает стяжку под А, скорее всего. Замечает игрока в медле, вдвоем пытается его стрелить. Но покидает позицию Фнинрас. Рейджем остается последний в медле. Пытается убить спину. Отнимает 54 хп. Но этого недостаточно. Тити до сих пор живет. Скилл остается у нас... в Б, двое игроков стягиваются под А, ну и бомба почему-то не бежит в сторону А пуэнта. Хотя осталось времени очень мало, нужно выходить уже куда-то, нужно пытаться забрать хотя бы один пуэнт. Но пуэнты находятся под жестким контролем. Винди играет с Б трипа, также еще один игрок у нас играет с коннектора, чекал мидл. Ну и в Фнинрас с бомбой находится в данный момент в винтах. К нему подбегает его тиммейт Рейджем. И да, будут они пушить вентрумы. Замечает игрока на железке. Отстрелит его Рейджем. Теперь будет стяжка. Последние 8 секунд для установки бомбы. Бомба поставлена. Рейджем будет принимать винты. К нему, в принципе, наверное, никто и не придет. Двое игроков будет заходить с девятки и с железки. Соответственно, Рейджем попадает в голову. Оставляет очень мало хп своему оппоненту. У Винди 9 хп против 71 и 38. Винди понимает, что у него нету шансов. Поэтому идет он сейвить свои диффуз киты подобранные и также армор. Да уж, очень напряженная игра для обеих команд. Но кнатики оказались более хитрыми. Более-менее хитрыми в этом раунде. И это, в принципе, подарило им победу. Счет у нас 9-7.
Устраивать забег команды на лучшее занятие позиций. Вдвоем, вдвоем будет отыгрывать команда Quality. А Пуэнта, буст есть на Бева. С А Пуэнта скилл у нас смотрит мидл. Ищет своих напарников. Играет он, кстати, со скаутом. Решили сделать форс бай. В итоге первый минус за рейджемом. Отстрелит он лаки шотом Тремика. Будет выходить, судя по всему, в коридоры. Хотя бомба у нас больше ориентирована под ангар. Где находится? У нас немало-немного HP Вика. Флэш убивает Дели, при этом остается у него 30 хп. По джиму идет какой-то настрел. Рейджем еще одним выходом застрелил Тити. И теперь команд защиты вдвоем. Нужно стягивать бомбу, идти на Б, потому что уже дали информацию, что Б чисто. Б чисто, но бомба упрямится. Нет, упрямилась до последнего момента, развернулась и пошла на уже обкатанную позицию. В принципе, я думаю, не будет агрессии со стороны защиты. Им нужно засейвить девайсы. Они прячутся вдвоем в дверях, где их, скорее всего, даже не попробуют искать, потому что очень дорогие девайсы на кону у атаки. Решили они в этот раз не закупаться фармганами. Поэтому 3 калаша, 2 калаша и 3 галива. Все-таки стоят больших денег. И отдавать их попросту в чужие руки не хочется. Винди у нас в подсадке находится в дверях. Играет с ящиков. Неожиданная позиция для атаки. Могут даже не зачекать. Но Винди ждет, пока к нему кто-то придет. Уже слышны шаги от Вики. Понимает, что, возможно, сейчас зайдут к двери к нему. Застреливает скилл. Фнинраса, ну и Винди забирает тот самый Галила, о котором я говорил буквально несколько секунд назад. Вся команда Quality вынуждена играть на обычных дефолтных пистолетах, ну или на 5-7, как это сделал Дейли. А двое игроков, это Винди и Скилл, которые выжили в предыдущем раунде, смогут испробовать в деле свои скауты и Галил. Скилл немножко разминулся своим оппонентом, который находится в бусте. Первый минус за Вики. Убивает он Винда, который его пропушил. Также Рейджем расправляется со скиллом в винтах. Винтах же? Или где? Нет, он расправляется в коннекторе очень быстрым выстрелом. Я даже этого не заметил, как он его убил. Тремик находится у нас под Б-пунтом. Бросается ему флешки. Но бомба у нас будет выходить через мейн. Также есть один игрок в дверях, это Фнинрас. Он открыл, заметил игрока за бульдозером. Теперь пытается его отстрелить. Не находят. Не находят, хотя Фнинрас должен был давать информацию. Рейджем заходит, тем не менее, со спины, убивает Тити. Еще один игрок у нас бежит на машину. Ху-ху, Вика, какой превосходный хедшот. Зачекали абсолютно весь пуэнт, но последний игрок находится далеко, не там. Последний игрок у нас в коридорах на Б-пуэнте. Нет, не в коридорах, он на сити-спауне. Я даже не знаю, как это правильно, где. Не-не-не, на железке он играет у нас, простите, пожалуйста. На железке 1 хп, и тут без шансов после такого спрея отжима еще и выжить. Но это невозможно. Наконец-таки у команды Quality появляются финансы. В который раз я это говорю. Закупаются они нормальными такими эмочками. Закупаются они также арморами. Решили сэкономить немножко на арморах. Отдали предпочтение гранатам. Трое игроков играют у нас на первых арморах. Кстати, диффуз киты только доступны у скилла. Все остальные будут надеяться на быстрый отстрел оппонентов. В случае установки бомбы. Тити, какой превосходный слух у этого парня. Услышал шаги своего оппонента и настрелил именно в ту точку, в которую нужно было настрелить. Рейджем у нас катушек пытается зачекать мидл. Никого в близости нету. Поэтому Рейджем оставляет эту дурную затею. Бросает бомбу возле контейнера мусорного. Мусорного бака. По-моему, так называется эта позиция. Что это такое? Так называется эта позиция. Ну и пока что не предпринимает никто никаких серьезных действий в плане выхода. Только мы видим, что бомба направляется все ближе и ближе к коридорам. Один игрок занял у нас токсики. И скорее всего это будет выход в Б-пуэнт. Попытается зайти через
через винты, а также через коридоры. Настреливает Джима, который играет в медле. Замечает игрока в винтах. Заходит у нас скилл со спины. У него это не получается. Адекватно убивает также Дейли. И теперь ситуация довольно-таки равная. Но в пунте оставался еще один игрок, которого не заметили. Винди у нас со спины убивает Фнинраса. И Вика последняя против двоих игроков ставит бомбу. Нужны деньги. Бомба ставится в закрытую. Винди замечает его и превосходным префайром зашивает Вику во время ее выхода. Тити с диффузами у нас уходит, отдавая возможность Винди получить МВП в этом раунде. Счет 11-8. И команда Quality, возможно, соберется и сделает камыч. Камбэк из Рио. Давайте, ребят, вы всего лишь пистолетку проиграли, а с ним еще и два раунда. В принципе, довольно-таки играбельная ситуация. Такое происходит всегда. Главное собраться и не опустить руки. Все такое же расположение. Один игрок у нас отыгрывает мидл. Это у нас скилл. А остальные же игроки по двое играют на пуэнтах. Дейли находится у нас на уже. Тити у нас опять все в той же подсадке, где, правда, сидели в прошлый раз кнатики. Отстреливает он Вику, выходящего на него. И команда атаки уже не досчитали одного игрока. Скилл также чекает миду, находит оппонента флеша, но благодаря тому, что он сделал прыжок, пуля залетела не туда, куда нужно было залететь. Но ау. Кого там? По-моему, там... Кто же там стоял? Флэш, наверное. У флэша они полетели в нужную точку. Не выходит команда друг на друга. В итоге флэш разменивает своего потерянного тиммейта скилла. Вику отстреливает скилла. И ситуация довольно-таки равная. 4 на 4. Бомба двигается по коридорам. На шифтах. В Нинрас тише всех. Дальше всех. Также есть один игрок Рейджем. Играет он с АВП. Играет он с мейна. Пытается найти кого-то. Стреляет. Но пули не достигают своей цели. Но посмотрите, чего они действительно достигают. Стягивают на себя всех игроков с Б пуэнта. В итоге Тремик уже далеко находился. Бросается ему фаер. Тремик не может выйти на девятку. Бомба легко ставится от команды Кнатик. Превосходный раунд в их исполнении. Рейджем, можно таки сказать, жертвовал собой ради этого превосходного фейка. Стянул на себя всех игроков защиты. В итоге это свело игру к тому, что Тремик остался один. Тремик понимает, что ему, скорее всего, не выжить, потому что один игрок находится сзади, двое спереди. И Тремик принимает неверное решение. Выбегает он на Рейджема, который уже ждал его на этой позиции. Счет 12-8. У команды Quality нету денег на закуп. Играют они на пистолетах. У команды же Кнатика все шикарно. С деньгами пока что шикарно. Это буквально на один раунд. Это шикарно. Потом она пропадет. Рейджем! Почти убивает двоих игроков. Выставляет им очень мало хп. Превосходная хаешка залетает от Джима. Ну и последний выстрел также за ним. Рейджем сделал трипл килл, кажется, в этом раунде. Двоих игроков оставил красными. То есть у него только что летели ассисты и убийства. Красные рамки для Рейджема в студию. Кстати, он топ-фрагером стал после предыдущего раунда. 23 килла. И против 20 у команды Quality. Скилл у нас играет в одиночестве с Апвента. Будет принимать выходящих на него игроков. Но команда Кнатиков не идет туда. Делает посадку для Рейджема. Флэш еле-еле убивает Винди в спину. Прям, наверное, с третьего рожка. Я не знаю точно. Наверное, там была пуля 15-я, но этого было очень много. Убивал-то он его в спину. По одной пульке бы попал бы намного раньше. Заламывается окно в Токсик. Дает какую-то информацию о стороне защиты, что, возможно, атака там и находится. Иначе кто же сломал окно? Рейджем стреляет с АВП, но промахивается. Неужели он стрелял в стену там, где стоит Дейли?
Нет, он стрелял немножко не туда, там выстрел находился больше в винтах, когда Дэдди пробегал мимо. К сожалению, Рейджем не попал. Флэш у нас пушит мидл, находит оппонента за белым. Также выходит винты. Тут есть Дейли, который играет на уши, делает 2 минуса, 3 минуса от Дейли. Превосходная позиция Джим в крысе. Зашивает еще одного игрока. И теперь ситуация 1 в 1. Скилл против Нинораса. У Нинораса есть бомба, но времени нету, чтобы бежать на другой плент. Нужно занимать этот, нужно ставить бомбу. Скилл запрыгивает на железку. Не обнаружил он, к сожалению, своего оппонента. Будет ждать его выхода, но Нинрас тоже не дурак. Понимает, где находится его соперник. Поэтому сильно его не пушит, чекает девятку. Никого там не находит. Понимает, что игрок еще не сместился с железки. Тут же буквально чекает через секунду железку и тихонечко уходит на винтах. Игроки расходятся, расходятся в двух разных направлениях. И в этой ситуации не повезло Скиллу, который надеялся, что его соперник все по-прежнему находится на пунте. Но хотя играли так буквально на секунды команды. То есть разминулись там вот буквально на долю миллисекунды. То есть все банально, если бы Скилл посмотрел вовремя в сторону пунта, то он бы заметил, как крадется его оппонент и, возможно, бы сделал завершающий минус. Но пока что мы этого не увидели, и команда атаки играет на пистолетах. Скилл уже пропушил гаражи, выходит на АВП, а вапер промахивается в таком близком расстоянии. У Скилла есть девайс подобранный, ну и всей остальной команде защиты придется также попотеть, чтобы забрать девайсы у атакующих. Винт нам показывает свой превосходный кайман. Также ТТ нам показывает валентность. P250 очень красивый девайс, ребята, я не спорю. Дейли чекает у нас коридоры. Никого там не находит, стреляет пулькой. Ну, а вдруг кто? Вика! Ху, пытается убить Скилла, но Скилл хотел похвалить его. Но тут же буквально он отдался Вике. Также Вике отдается ТТ, который выходил на шифтах. Вика, 14 хп, хаешка, плиз, залети. Хаешка есть у Дейли, он может воспользоваться такой возможностью, как кидок ее за Б3. За Б3 стоит у нас Вика, у которой 14 хп, на секундочку, не так уж и много. Но хаешка, судя по всему, не прилетит. Тремик. Тремик умирает, и последний игрок с коннектора, с 5-7, не попадает, хотя была куча возможностей. Оставляет Джиму 5 хп, попадает все-таки один раз в голову. Ну и нужно убегать. Нужно убегать. Дейли забирает Джима, которому оставил 5 хп. Вика умирает от взрыва бомбы. Счет 15-8. И начинаются матч-поинты для команды Quality. Напоминаю, что у нас серия матчей Best of One. Победитель получит призы, которые вы можете увидеть на заставке во время ожидания следующего матча. А также денежный приз. Подробности можете узнать на нашем сайте. Переходите на него. Также можете все прочитать в дубликации в нашей группе ВКонтакте. Она тоже есть в открытом доступе. Все ссылки находятся немножко ниже видео. Поэтому не ленитесь, переходите. Также не ленитесь подписаться на наш канал. Ну а пока что я все это говорил. Была продемонстрирована превосходная хаешка от Рейджема. Но в пока что команда атаки только за счет морали может выиграть этот раунд. Трое игроков очень уверенно стоят на своих позициях. Контролится одновременно мидл. Контролится скиллом у нас мейн. И бомба движется в принципе под А. И один игрок, это Джим, находится в мейне. Винди покидает свою позицию, ударяется в шкаф, понимает, что этого делать не стоит. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Скилл зачекал своих оппонентов, но не смог реализовать первый выстрел. Хотя нет, попал по ногам. Джиму, к сожалению, не втерся. Раунд закончился немножко позже. Подоспел вовремя тиммейт и закончил мучение игрока без ноги. Счет 15-9. Quality не так просто отдают данную встречу. Пока что у обеих команд есть деньги. В этот раз решила команда Кнатков отказаться от покупки АВП. Играет на
АК 47-х. Ну, команда защиты АВП осталась с предыдущего раунда. Фнинрас находится у нас в дверях. Открывает он их, бросает хаешки, бросает смоки. В него вылетает фаер! Отстреливает винда. Также отстреливает Вика. Ти-ти, скилл делает первый минус от команд защиты по флешу. Вика его тут же убирает. И 4 в 2. Дели со спины не может убить он Джима. Джим у нас играет за цементом, бросает флешку. Дели убегает. И в момент убегания Дели Джим пытается также его убить. Бросает в него фаерами всем, чем только можно. Дели все-таки достиг своей цели. Тремик также снимает Вику. Дели помогает ему с Джимом. И последний игрок Фнинрас. Играет он за Б-трипом. В принципе, предсказуемая позиция. Дели ее читает. И счет 15-10. Если они эту игру доведут до допов, я буду просто удивлен и шокирован. Пока что экономика команды Кнатиков позволяет им сделать форс-бай. Довольно-таки сильный форс-бай. Они это не делают, закупаются просто мощными пистолетами, закупаются теками, диглами. Также есть раскидка у флеша, закупает он две флешки и один дым. И также есть у Вики один смоук. Находится команда атаки пока что в коридорах под Б пунктом. Там их будет принимать очень близко Дели. Также еще один игрок находится у нас в девятке. Это Тремик. Недалеко в медле находится еще двое КТшников. Они уже будут стягиваться. Но Дели и Тремик пока что отлично справляются со сложившейся ситуацией. И вдвоем на пуэнте довольно-таки строго принимают игроков, выходивших на них. 15-11. Есть деньги у команды Кнатиков. Они могут закончить страдания или череду побед команды Quality банально 5 выстрелами в голову. Но они пока что этого не делают. Пока что раунд только начался, поэтому рано еще говорить о выстрелах в голову. Даже не было еще ни одной нормальной стычки лицом к лицу. Вика лишился 76 хп через прострелы. Винди играет у нас с мидла. Пытается убить двери, но стреляет не вовремя, не попадает, но попадает по другому оппоненту. Но тут же флеш вместе с Нинрасом выносит троих игроков команды защиты. И теперь защита осталась вдвоем против четверых. Бомба будет ставиться у нас под двери. Дели отстреливает рейджемов. Нинрас убивает того Дели, который посмел убить их тиммейтов. Нинрас играет у нас за Б-трипом. Не попадает в Тремика за второго раза. Смотрит не туда и могут его обойти в спину. Выходит. Ну, я думал, будет ноускоп, но нет. Там Джим немножко раньше справился. Счет 16-11. В принципе, для Тремика не было шансов. Если бы Нинрас еще два раза не промахнулся бы, это закончилось бы немножечко раньше. Но так имеем то, что имеем. Интересная игра. В принципе, обе команды были достойны на победу, но Кнатики оказались немножко сильнее в данном противостоянии.